Привет всем, привет всем, с вами доктор. Сегодня у нас слив шестимесячных запасов. В общем, я обычно делаю как? Получается, в начале самой акции, вот январской, которая у нас была, то есть от 2 января, я качался, сливал все запасы, чтобы мне спокойно начать копить и посмотреть, сколько же я накоплю за 6 месяцев. То есть при открытии подарков, при мехах, при ключах там и так далее. Все разом и получится, ну, то есть большие цифры. Сейчас будем посмотреть, сколько, короче, мы выкачаемся. Сейчас у нас от базы вот 73, 73, 40, 34. Ну, то есть сейчас будем смотреть, что у нас есть. Итак, за 6 месяцев накопили 133, то есть при 14 улучшениях. Так, кстати, они упало, так стояло. 18, то же самое, 400 тысяч. За, соответственно, такое количество времени, как было 18, так и осталось. Это, ну, обидно очень. Мощность меха, так, 51 чип. Ну и начинаем с самого классного, то есть, как у нас есть, это с дзен-духов. Так, 700, в общем, 700 за повышение. Итак, идем по силе, 70, ну, нормально вроде так-то. Хотелось бы больше, конечно, но ладно, поехали. Так, сливать будем мы сливать. 750, 800. 76. На 77, наверное, да, надо будет. 77, 400. 73. 75. Итак, 77, 600. На 77, 400. Двадцатник, 140, хорошо, нормально. Поехали, генетика. Девятьсотник. 79, сейчас до 80 догоним. Ловкость надо поднять, там просто ловкости не хватает вообще, просто тэш. 79, 80. 3000. 79, чуть-чуть, и на ловкость надо. Отлично, все, на ловкость, поехали. Ловкости очень мало, при этом получается всего 40, хотя бы до 50 надо догонять. Ну, слабо очень, без ловкости вообще тоже, как бы говорят, ну вроде и не надо, но все равно уворачивается, как ни тяни, все равно уворачивается. 47. Слушай, меньше растет. Дзен-духи быстрее вылетают. Отлично, 50. Ну все, остальное в силу. Потом за кредиты, чтобы можно было без проблем качать. То есть я вечно за кредиты качаю живку. Ну, то есть это стандарт для меня так. Или вы 82. Ну, 3000 уже разница. Так, и... Чё? 83. надо было дотянуть чуть-чуть, да, хотя бы 80, 84 еще. Есть чё? Вот 84 есть. И теперь сюда все оставшиеся. Сюда есть. Ну, я понемногу всегда оставляю. Можно было, конечно. Ну, хотя тут можно. Давайте сливаем до конца. Оу, 54. Так, и вангарчик, ребята, вангарчик. Так, мощность 309, 306 на 306 на рухе. Отлично. И давайте поехали. Так, сейчас 454. 70-ник. Блин, как низко, кстати, ядро у меня. У меня оно не прокачано, видимо, вообще. Или я его не качаю. Где моя скидка на 25%? Очень сильно нужна, ее нету. Давай еще, блин.
Фух, рука устала. Рука устала. Все, отдохнули, хватит. Поехали дальше. Блин, столько тыкать, это же вообще просто жесть. Давай. Как вы можете посмотреть, у меня расхода вообще не осталось, и я тут все слил на жести. Такого и рубинов не хватает. Сейчас на бирже последний посливаю, и ничего не будет, короче. Сейчас основное будет на открытие. Блин, представьте, еще 70-ник. Уже половина слил. Ну, то есть, мощность 220 уже. Что там, 221. Еще 70-ник. Кто-то там хватает, у кого-то по 1000 там. Сколько там мощность меха? Улучшение. 1200, 2000. Он у меня 70-ник висит вообще. Ну, кстати, не знаю, может сдвинуться. Даже до 120, по-моему. Вот этот упал. У нас был 105, по-моему, мощность у меня было. Ну, то есть упала до, обратно до 70. Давай. Ну, уже почти все. И что, реально не сдвинется, что ли, с 70-ника? Я такой слабый мех? Да ну, ребят, 454. Ну, не так уж плохо-то. Че уж совсем-то меня уж... Реально, вообще, представьте, у меня мех настолько слабый. Это... Я просто в шоке. Вообще ни в какие рамки не лезет. О, 105. Ну, наконец-то. Хоть до средников добрался. 105. Недостаточно чипов. Ну все. На-на! Все, в ноль, короче. Ребята, 239, 532. Итак, 454, 900. Закрываем. 490, короче. 330 на 330. Ну, ладно. Хорошо. Блин, сейчас опять... Это, знаете, у меня после прокачки всегда начинается такая большая проблема. Ну, в общем, 730 на 150, ну, вкачался. В общем, база 84 против 81. Это я буду качать все за кредит и за граб, соответственно, 50-ник и 34. В этот раз я талант вообще не качал. Ну, то есть, не знаю, по сути, по количеству активных навыков я вроде справляюсь и с этим. Пока, ну, больше не надо, так думаю. Ну, ладно, все. В общем, режим, переходим в режим дальше накопления. В общем, все, что у меня осталось здесь, буквально тут совсем копейки. Ну, то есть нужно для выполнения заданий. Ну, вроде все. Ну, не жир жирный, конечно, но уже более-менее адекватно. Уже прям чувствуется, что прям такой навороченный. Кстати, надо экспедиции парочку еще пройти. Ладно, всем спасибо, всем, кто посмотрел. В общем, неплохо так вкачался. Сейчас, блин, опять начну попадать ко всяким, короче, пирочикам, Санчесам, там, Тайсонам. Блин, век бы их не видеть, нафиг. Не хочу я к ним попадать. Ладно. Давайте, всем счастливо. В общем, посмотрели, да? Ну, почти, короче, под 400 тысяч одного и 130 тысяч другого накопил за 6 месяцев. Ну, вообще, если честно, не копите. Не надо, это чисто вот для ютуберов, чтобы посмотреть, там сразу видите, почти, короче, на 40 тысяч поднялась просто тупо. Ну, нехило, но все равно слабо. Ну, для средняка нормально, ладно. Это я уж так преувеличиваю. Пока. Не забывайте, что совершенствование своего тела – это всего лишь подспорье для всего остального. Тренируйтесь, чтобы жить. А все потому, что в те времена считалось, что человек должен быть совершенен одинаково как телом, так и умом.